Парламентарии проголосовали за принятие закона о роспуске Совета депутатов Заборьевского сельского поселения, это Рязанский район. Районная прокуратура выяснила, что с начала года Совет не провел ни одного заседания, и в середине этого августа Рязанский райсуд признал Заборьевский совет бездействующим. Заместитель областного министра по делам территориальных образований и общественных объединений Наталья Клещинская пояснила, был дан срок на обжалование, его не последовало, поэтому решение суда вступило в силу. Заборьевские депутаты были не согласны, но их особо никто не слушал. Как говорится, работать надо, а не оправдываться постфактум. Короче говоря, за безделье совет ответил. Теперь бы надо правоохранителям и к другим органам власти на местных уровнях присмотреться. Например, в конце августа наша съемочная группа пыталась пробиться на публичные слушания, которые проводились в селе Дубровиче. Речь шла о переводе земель из одного статуса в другой. Вопрос интересный и для народа немаловажный. Но суть даже не в этом. Вот так было дело. Вместо «добро пожаловать» получили журналисты грозное «идите вон», а оператор и весьма чувствительную затрещину. Налицо было явное нарушение закона о средствах массовой информации. Да и вообще, разве могут эти самые публичные слушания проходить под грифом «секретно», то есть быть недоступной для прессы? Вопрос.